Международный контроль. В Стерлитамаке стартовал пилотный проект по проверке общедомовых приборов учета, организованный Центром общественного контроля в сфере ЖКХ. Совместно с представителями управляющих компаний и ресурсных организаций собственники квартир могут проверить соответствие указанных в паспорте характеристик приборов учета, наличие пломбы на устройствах учета и их работу. Уважаемые граждане, если у кого-то есть желание провести инвентаризацию общедомовых приборов учета у себя на многоквартирном доме, пожалуйста, обращайтесь в городской центр общественного контроля, который находится по адресу Худобердина, 78, 6 этаж. И для вас это все будет проведено бесплатно. Как говорят в Центре общественного контроля в сфере ЖКХ, заявка принимается от старшего по дому в письменном виде. Срок рассмотрения заявления до 3 недель.